Всем привет, друзья! И здесь скучать нельзя. Вы на канале Apple Neva. И некоторые из вас писали, что хотят чуть-чуть какую-то другую игру. Помимо Гренни, пишите свои идеи в комментарии. Я действительно готов сделать какое-то разнообразие на канале и снять другой хоррор. Но какой вы хотите, пишите в комментарии. Самый залайканный комментарий попадет в следующее видео, и именно эту игру я сниму. Ну а сегодня Гренни. Поехали! А речь сегодня пойдет о том, что в Гренни могут добавить новый, очень и очень интересный режим. А именно, шепот. В принципе, это будет самый обычный режим. Там также можно будет включить Даркер, много всяких вариантов замков. Ну, в принципе, все как мы любим. Но главной особенностью будет то, что мы не будем слышать бабушку Гренни. То есть, допустим, когда она бежит к нам по лестнице, мы не будем понимать, что уже пора бы спрятаться под кроватью, а будем до сих пор безмятежно искать предметы. А в этот момент она нападет на нас со спины. Кто-то скажет, что, возможно, такая функция очень сильно и не осложнит игру. Однако могу с уверенностью вам сказать, что пройти игру на изи за один день, примерно не понимая по звуку, где находится бабка, будет как пройти игру за 5 дней на экстриме. В основном мне кажется, что добавление такого режима сделает игру намного страшнее. И каково станет нам играть в наушниках? Представьте, вы просто идете по коридору, слышите свои еле заметные шаги, но тут сзади вам дают битый по голове и этот громкий звук крика. Если так вы хоть иногда слышите, как вам кричит бабка «I see you», то теперь вы вообще ничего не будете слышать, и этот ее громкий скример будет казаться еще громче. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотела вам сегодня рассказать. Да, видео не очень длинное, но, по-моему, тема весьма интересная и реалистичная. Давайте наберем 50 лайков, и я сделаю монтажик по этой теме, как это, возможно, будет выглядеть. Ну а с вами была Полнева. Всем до новых встреч. Пока-пока, ребятки. И в описание заглянуть не забудьте.